Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим видеорегистратор Park City, моделька DVR HD750. Давайте перейдем к комплектации устройства. В комплекте оригинальный гарантийный талон, инструкция, регистратор, зарядная в прикуриватель, крепление на присоске с поворотным шарниром, USB кабель и аудио-видео кабель. Рассмотрим поближе видеорегистратор. Перед нами камера, угол обзора которой составляет 175 градусов. Также на передней части расположен динамик и серийный номер устройства. На верхней части видеорегистратора находится контактная группа вместе с разъемом подкрепления. Слот под карту памяти. Карты памяти принимаются до 64 гигабайт. Кнопочка Reset для перезагрузки и кнопка включения-выключения. В тыльной части у нас расположен дисплей диагональю 3 дюйма. Снизу кнопки управления. Сбоку аудио-видео выход, микрофон и разъем мини-USB. С другой стороны разъем HDMI. Аккумулятор в видеорегистраторе встроенный, емкостью 240 мА. Также в регистраторе используется один из самых мощных процессоров Umbrella A7. Рассмотрим меню видеорегистратора. Первый пункт меню – это разрешение видеозаписи. Минимальное разрешение HD 1280x720 при 60 кадрах в секунду. Максимальное – это Full HD 1920x1080 при 30 кадрах в секунду. Следующий пункт меню – это качество видеозаписи. Функция VDR – включение-отключение. Штамп даты и времени. Цикл записи. Датчик движения. И включение-выключение микрофона. Следующий пункт меню – частота освещения, баланс белого, экспозиция, установка экспозиции. На следующей странице – выбор языка, отключение дисплея, ТВ-выход, настройка даты и времени, форматирование, сброс настроек до заводских, автовыключение и версия прошивки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал на YouTube.